Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция Монет. И сегодня я получил прямиком из Турции вот такое вот увесистое письмо, посылку, мелкий пакет. Турция. Все как положено, с декларацией. Купил монеты. Купил 4 января, сегодня 21-е. То есть прошло чуть более 2 недель, и, в общем-то, получены эти монеты. Как вы знаете, собираю я, ну, основное это биметаллические монеты. Ну и все было хорошо, в общем-то, пока Турция у нас не учудила. Выпустила она, давайте открою, выпустила она набор биметаллических монет с птичками. В том году был набор, по-моему, 16 монет с птицами, не биметаллические. Но в этом году решили разнообразить немножко свои монеты и выпустили подобное. Все было бы хорошо, но выпустили они набор этот из 12 монеток в разных вариациях, в двух исполнениях. То есть получилось 24 монеты. Ну и, соответственно, пришлось раскошеливаться достаточно прилично. Вот они, два набора, в общем-то. Сейчас покажу все планы. Ну, не все планы, но часть планов из-за этого пришлось скорректировать. Набор вот этот из 24 монетов сейчас уже и у нас продается в районе 4800, 4900. Ну, плюс доставка. И, в общем-то, из Турции я купил чуть подешевле эти монеты. Ну, не намного. Появились они у нас как-то достаточно быстро. Тираж каждой монеты заявлен как 15 тысяч экземпляров. Достаточно небольшой. Биметалл, в общем-то, пользуется спросом у коллекционеров. Тем более турки до этого выпускали биметаллические монеты. Серия типа нашей красной книги. Вот, там несколько монет уже стоят достаточно дорого. Там набор в районе, по-моему, 1009. Могу ошибаться насчет цен. Могли и увеличиться. Некоторые монеты там тиражом, по-моему, 30 тысяч первые стоят подороже. Здесь у каждой монеты 15 тысяч. В общем, недоволен я турками по этому поводу. Хотя пополнение, конечно, достаточно большое, но, в общем-то, не расстроился, если бы было всего лишь 12 монет. А так пришлось достаточно много тратить. Не купил я из-за этого кое-что, что хотел. Отложил на некоторое время, скажем так. Ну, давайте, не буду я тут их говорить, как они называются, эти монеты. Просто покажу. Так, ну вот этот набор, получается, центр идет латунный, кольцо медно-никелевый сплав. Какой-то кеклик, не знаю, что за птичка, не буду, говорю, называть, покажу эти монеты. Так, продавец не устал так упаковывать, интересно, выйти. Так, ардик кусю какой-то. Потом со временем буду делать обзоры. Турецкие монеты я, по-моему, и металлические практически все в своих обзорах уже делал. И красную книгу, и еще там были юбилейные монеты. Не хватает у меня монеты
Так, 18 года по случаю инаугурации. Встречается она редко, стоит дорого. Видел ее в продаже, несколько тысяч монет стоила. В Нидерландах продавали. Так. Гол Кусари. Да, с турецким языком у нас не лады. Как и с другими, в принципе, тоже. Так, 6 монет. Так, это центр-центр. Не перепутать. Вот. Касик. Не буду я произносить эти названия. Так, следующая птичка. Симпатичная монета, если честно. Так, 8, 2 монеты. Второй набор. В общем-то, рисунки там аналогичные, схожие. Единственное, поменялся металл, то есть теперь будет, вот они в этих монетах, кольцо будет латунь, а центр медно-никелевый сплав. Аналогично совершенно монеты. Зачем они выпустили в этих исполнениях, не знаю. Но хотя у турков уже подобные монеты встречались. 5 лир, не помню какого года, 95-го что ли, из мир игры в Измире, тоже там в двух исполнениях монета вышла, не буду врать, как она правильно там называется. Вот одно исполнение у меня есть этой монеты, не знаю, по-моему, не делал я с ней обзор, со временем сделаю, а вот второго нету, тоже монета уже та достаточно редкая. Как-нибудь, может, и приобрету, но не знаю. Так. Ну и заключительная монета. Вот они. Ну и распечатаю, наверное. Мне торопиться некуда. Так, так. Можно найти пары при желании. Вот они. Раз. Так. Вот тоже пара. Идентичные монеты. Не буду искать. Распечатаем и все. Да, теперь надо лист целый. Вот эти монеты готовить. Посмотрю, вроде листы у меня были в запасе, хотя уже все позаполнял, не так их много, надо будет, наверное, в ближайшее время покупать и конверты, и листы, может, монетники или альбомы какие-то. Так, прилетела одна монета недалеко. Все, в общем, вот они, эти монетки. Так, сниму. С биметаллом все хорошо, продолжают выпускать в огромных количествах. 24 монеты,
На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.